Мы ждем гостей, вот смотрите, что за нас НЛО тут появилось, блядь, это пипец, я слышу, что тут шумит. Вот, это кум приехал с этим коптером, который я показывал в видео, вон он гоняет. Сейчас, кстати, пойду открою шлагбаум. Вот, возьму ключи и приехали уже. Так что у нас будет коллаборация сегодня. Я думаю, могла моя была, как кажу тебе, что мои эти гости приехать. И что, и шумит, что? Ой, смотри. Что такое? Потерял. Что такое? Вот он какой аппарат, посадил его. Потерялся все. Неси. А он и не легкий вообще-то, а пропеллеры очень маленькие. Офигеть. Мой заряд кончился. Ну все, я пошел их встречать. Пиздец. Не ожидал такого приезда. Пойдем посмотрим, где они. Связь, наверное, за горой пропала. Он опустился ниже дома. Благо он на террасу сел. Откроем. Пускай заезжай. Офигеть, кум! Аккумулятор отключил. Специально тебе там сел. Надо аккумулятор отключить. Сел на террасу прямо. Так что офигительно. Ну, сейчас же он там и стоит. Привет, привет. Так, я открываю. Стой. Ты, по, ты, не, ты потом хочешь на горку задом выезжать, там развернуться негде. Да? Проще спускаться задом, а выезжать передом. Давай. На, поснимай. Он сказал, надо отключить аккумулятор. Ну отключи, бо він включить. Ось і наші гості приїхали. Швидко. Вот. Привет. Не вот такие у нас гости, а? Привет, привет. Так, привет, а вот доченька ихняя. Как тебя зовут? Маша. Маша, проходи, Маша. Ну, шукаем место, где получше. Коля, как только мое появление, мой выход. Слушай, шикарно, вообще никто не... Я слышу шум. Вита по телефону разговаривает. Говорит, что-то жужжит. А я, короче, по координатам, понял? Думаю, где? Блин, смотрю по координатам. Где-то здесь должно быть. Выхожу сюда и узнал... Увидел, да. Офигительно. Проходите. Я думаю, сейчас я Коле сделаю концерт. Так вот, сделал. Мы не ожидали такого появления. Проходите. Что ты говоришь? Терраса. А ты еще пойди посмотри наверх, какая там терраса. Я отключил. Вот. Как тебе дрончик специально? Слушай, он тяжеленький все-таки. Это аккумулятор тяжелый, я для съемок беру такой полегче. Так а пропеллеры-то маленькие, как он, блин, несет? Мы сейчас с тобой другие поставим, красные, они более мощные. А размер такой сам? Да, вот такой. И вот это же 2К камера. Не, камера я не подключал. Камера, а машине я сейчас покажу. Сейчас. А это обычная, да, на шлем? А на... это та, которая в шлеме. А, так. Да. Подожди, а стой же ты. Это 1720 на... Ну, на 60, я понял. А та, ты тогда что, ставишь? Вот сюда ее вставляю, вот сюда. А, даже дополнительно. Еще вес несет даже? Да. Пипец. Ну, вот это вот, короче, еще камера и все. Ему я понял. Он тянет, но уже не... Не, ну ты же летал с той камерой, я видел. Чтобы делать вот эти кульбиты, я делаю аккумулятор поменьше ставлю, знаешь. Ага. Ну, чтобы ему легче было. Ну, так понятно, вес. Я на этом начинаю что-то сверху делать, какие-то трюки, его начинает трясти вот так. Понятно. Он тянет, но его трясет, уже некрасиво. Ну, отлично. Все, давайте, располагайтесь. Так, мы еще покажем. Пока первая встреча давай, произошла, переключайся. Офигенно, очень неожиданно. Да. Добрый день, это второй день с нашими кумовьями. Вот. И мы решили проехать... Здесь на другое озеро, не наше. Ну и другой ландшафт, тут сосновый лес. И решили посмотреть, вот. А Коля здесь?
И полетает тоже на своем дроне. Вот, все в сборе. Да. Вот так. Так что покажем потом видео. Кусочки будет. А основное видео будет на канале в Коле. Ссылочку оставлю в описании. Тут я уже даже спрашивать не буду. Тут точно 32-й фильтр. Вот тебе локация. Ух, красота. Ух. Смотри, так гарно. Как ты катаешься. На, возьми камеру, можешь ты, если снимешь, поверни. Все, мы пришли. Слазим. Слазим. Слазим, 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 слазим. Вот так. О, все. Подготовка к полетам. Так, чекай, я зараз сниму. Как выглядаю. Тут Коля еще и фильтра какие-то, у них там набор есть, ставит. Я в этом не разбираюсь. Обережно, тут фильтра открыты. Вон, 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 тут куча в него фильтров даже есть. Так что, это не просто так. Даже есть вот такая вещь для приземления. Круто. И для взлета, и для приземления. Так. Так. Подготовка виртуальной реальности. Ну даже не виртуальной, а реальной реальности. Реальной реальности. Вот. У Коли две вот такие маски. На две транслируется одновременно. Так что вот. Он у него пульт. Пульт. А у него пульт DJI все-таки. Да. Где? А где-то было и написано. Ну, сейчас не написано. А, вот, DJI. Так, начинаем съемку. Так. ИСО, бачишь? Вот то, что я тебе вчера рассказывал. 100. Угу. Кадры 1.50. Баланс белого я уже вымерил. Там 5000 треба. Все, съемка пошла. Включаем. Я тебе зараз включу. Все, все, давай. На. Я не понял. Иди. Кнопки не нажимай свои. Поехали! Пошла некрасивая картинка. Все, упал на землю дрон. Класс! Туда. Сядь. Сядь на место. Папа, ты покачай. Нормально через свои ноги пролететь. Это пипец. Ты чека, ты что там, не черепаешь, ничего. Да, а вдруг подрезал себе что-то бы, а? Чтоб жена потом сказала. Thank you.
куда-то они долго идут. Да? А ты очень быстро идешь. Да. Я не знаю, что они там говорят. Они говорят. И сейчас я к машине и едем домой. У меня 101 просмотр. Короче, 800, не знаю, ты долетел даже на ОТ-6, я сказала, там и снимал, и так далее. Я хочу. Вот там потом у меня я потом сделаю вам лайки, видео. Они чуть-чуть, не сильно. Мы это уже примерно мы пределы. Не так, как вот тут было. Подписывайтесь на меня. Ну, в общем, пожалуйста. Я такого дрона этого. Привет. Привет, привет. Что, мы грибы пойдем искать, Машу? Да. Так вон сейчас поднимемся, наши женщины уже, наверное, наверху там. А, они за грибами пошли? Это ну, точно. Ну, Вита говорила, мы пойдем до машины и, возможно, поднимемся, глянем. Идем за грибами. Вот непонятно, мы... Бежим, бежим, бежим. Куда-то мы пришли. Это вы поняли? А там Ай, что? Я не знаю. Я там снимал этих лошадок. Куда дальше? Говорю, хоть одно прям. Хорошее прям. Это. Прогулялись и лошадей снял. А грибов нет. Скажите привет камере. А, так ты же не видишь назад сюда. Я разворачиваюсь. Мы пришли к машине. Решили уже, когда мы здесь, зайти глянуть, а вдруг грибочки есть. Ну, пока... Должны! Пока должны, он кажет, но пока не наблюдается. Сейчас посмотрим. Нет-то нет, поедем назад. Активный отдых называется, так что, думаю, хорошо. Доброе утро! И вот у нас гости уже нагостевались, уезжают. Так что, главное, отдохнули. Все. Ой, приятно было с вами встретиться, отдохнуть. Че, танцы, приедешь на наступный рик и будешь нам показывать. Доброе? Будешь нас учить, мастер-класс влаштуешь нам. Мы запишем потом с тобой лайк. Очень тут у тебя классно, Коля. Бомба. Когда погода хорошая, то тут классно. Ну и все. Праздники закончились. А дальше будут трудовые будни. Что-то будем делать. Пока. Смотрите канал Трепанации.